Всем привет! Вы на канале Улич. И сегодня мы будем играть в новую игру Фредди Тайкон. Я не знаю, как веб-камера у меня нормальная. Ну, короче, я вчера, когда не на съемке, играла в Among Us в Роблоксе. Это был полный пипец. До съемки я не помню, стала я им или нет. Но, короче, за вчера, когда я играла в Among Us в Роблоксе, я ни разу не стала импостером, компостером, блин, ни разу не стала именно. Игра такая, и в игре ни разу так у меня не получилось. Не знаю, что. Ладно, давайте заходим. Простите за посторонние звуки. Я не знаю, как нормально меня снимать, потому что мы вчера пытались камеру. Мы пытались, короче, Just Dance. Так. Ну, прикольная анимация, конечно, но и все. А, блин, зуб режется. Так, что это такое? Так, это наша пиццерия. Ну, блин, как нормально. Как-то так, попробуем. Так, я хочу начать. Как тут начать? Не хочется тут купать, ладно. Так, что это такое? Дом. Прикольно, хочу этот дом. Сам первый попавшийся. Понятно. А так я купил. Офис. Работа. И почему мне именно это предлагают? Может, я не хочу, честно. Я не хочу, у меня не берется. Я не хочу, тетя. Я хочу другое место. Давайте посмотрим, что у других. Хотя нет, давайте не будем сейчас спойлерить. Классная картинка, интересно, она была тогда или нет, может, обновили. Ладно, идем. Давайте в самую дальнюю пиццерию, чтобы отличалась. Хотя нет, давайте вот сюда поближе. Вот идти туда далеко. А то реально туда далеко идти. Блин, а как начать? Рил, как начать? Так, поскольку, кстати, не покупан. Скорее всего, это за рубаксы. Блин, а... Что это такое? Вот как это начать? Work, работа. Пойдем туда, будем там. Кстати, смотрите, там никто не поселил, не поставил, наверное, свою пиццерию. Тут русские. Русские богатыри. Да блин, как это построить? Я не знаю, как начать. Может, к этой табличке, кстати, реально подойти надо? Ну, подошли. Теперь идем к этому. Во. Ничья. А как это получить? Сейчас разберусь и переключусь к вам. Короче, ребята, я просто тупо перезашла на сервер. И вот что я тут вижу. И я нажимаю туториал. Нет, мы сами разберемся. Так, это купить. 0 монет, все, бла-бла-бла. Что у нас тут производится? Интересно, пицца? По-моему, это не пицца. По-моему, это какой-то маньяк. По-моему, что это такое? Фасткоины какие-то. Ну да, это фнабры. Это монетка обычная. О, сколько у нас? Почему не хватает 250? Так у нас... А ну давайте 250 такой. Давайте. Сколько у меня, кстати, там пока... Ну, почему тут? Подожди. Мы набрали. 110. Вам тырка. 70. Кстати, помню, вроде бы мы... Короче, в эту игру, помню, мы давно играли. Ну, так. Ну, короче, мы играли с братом в эту игру. Помню, в Роблоксе. Вот. Ура, мы покупаем стену. Вот, играли. Ладно, давайте пойдем. Давайте, пока они будут у нас копиться, мы пойдем кому-то в гости. Пусти меня, я хочу к девочке. Так, по-моему, она, как и я, начала только что. Все, подожди. Так остались одни.
понятно. О, я богач, я на втором месте по богачам. У меня целых 10 монет. Так, понятно. Блин, ну и ладно, мы не можем никому в гости сходить. Ну и ладно, я буду собирать монеты. Значит, я буду собирать монеты. Опа, Фредик. Блин, такой, вау. Давайте веселиться, давайте вечеринку. Ну, я не помню перевод, мне разница какая-то. Какая мне разница? О, еще одна нашла, походу. Или что? Или донатер. Так, давайте посмотрим, что тут. Здесь, наверное, сцена. Тут, может быть, Фокси. Потому что, тем более, тут свечение. Более, вот так сцена. Вот тут должно находиться. Вот тут, вот, наверное, офис. Тут я не знаю, что такое. Но тут какая-то дверь на выход на улицу. Не знаю, что за выход. Короче, не знаю, что за выход. Кстати, я говорил Серик, то, что я переоделась. Ну ладно, не важно. Ты... Потеру. Это что такое? Да, это вроде бы сцена. Это, да, да, как я и думала. Это я не знаю, что такое, но мы это купим. Короче. Ну что, давайте на прокачку копить, шо ли? Шо ли, шо ли? Давайте я буду копить. И пока остановлю это на паузу. Все. Я только что пришла и вижу вот такую вот примерно картину. Я тут походила и сейчас пришла с чаечком. И вижу. Тут у кого-то вообще 32 тысячи, но мы вот это все покупаем. Ну и сколько у меня остается? 380, да? 450. Давайте все тут покупать, все, что видим. Это кухня, значит, это ванна. Ну или туалет. Второй столик. Так. Игровая машина. Понятно. Трать. Это еще чудо. Угу. Вот именно. Какая-то еще машина. Я уже чай выпила. Значит, слишком много сахара добавила, раз так пью. Охотно. Давайте к вам в гости пойдем тупо. О, как резко ночь! Если бы так в реальности было, это было бы странно. Пойдемте к соседям, посмотрим, что у них там. А вот, тратит. А ничего у него тут нету. Давай последим, что он купит. Купи. Смотри, сколько тут кнопок. Давайте немножко поспойлерим. Мне кажется, он сейчас все купит. Привет. Привет, ты крутой. Давайте его в друзья пригласим. Я тебя всех в друзья в тупо приглашать буду. Ну какой ты? Ага. Давай, принимай чувачела. Чувачела, принимай. Чувачела, принимай. Принимай чувачела. Вау. Вау. Ой, красавец. Да. Офигеть. Чувак, друзья, принимай. Друзья, понятно, не хочет принимать. 5 рублей, хорошо, хорошо, смотрим цены, все вот это вот прикольно. Хорошо. Понятно. Интересно, они ходят? Ну, я не знаю, как тут. То есть они анимацию сделали вон там, значит, может, они ходят, но это не факт, но это не факт. Ладно, ребята, всем пока.